Число жертв мощного землетрясения в Пакистане превысило 200 человек. Сотни получили ранения. Магнитуда землетрясения составила 7,7. Эпицентр подземных толчков находился на территории провинции Белуджистан, в нескольких десятках километров северо-восточнее города Аваран, который пострадал больше всего. В округе разрушены многие здания, по некоторой информации до 80%. В регион направлены команды спасателей, военные и пограничники, а также медикаменты и палатки для пострадавших. По данным спасателей, под завалами все еще могут находиться люди. Главный министр провинции Белуджистан объявил в районе чрезвычайное положение. Между городами и поселками нарушено транспортное сообщение, оборваны линии электропередачи.